Телеканал «Продвижение» отметили за вклад в пропаганду семейных ценностей. Специальный приз всероссийского конкурса «Семья и будущее России» получила программа «Отцы и дети». Она выходила в эфире телеканала в сезоне 2015 года. На конкурс были представлены выпуски программы «Отцы и дети», посвященные темам музыка, поколений, космос, армия, интернет-зависимость. Жюри оценило оригинальность идеи телешоу, выражающего мужскую точку зрения, причем разных поколений, на семью и укрепление традиционных семейных ценностей. Конкурс «Семья и будущее России» проводится третий год подряд фондом Андрея Первозванного и Центром национальной славы при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В 2016 году на участие в нем было подано свыше 500 заявок от журналистов из 77 регионов страны.